Персей, это я. Тебя назвали в его честь. Потому что он был героем? Потому что он был храбрым и добрым. И вопреки всему, он одержал желанную победу. Я привык к тому, что мир кажется мне странным. Как головоломка с недостающими частями. Но в последнее время в нем что-то изменилось. Перси, ты особенный. Когда будешь готов узнать, что тебе уготовили боги, они тебе скажут. Перси, истории, которые я тебе рассказывала о древнегреческих богах и чудовищах, это не вымысел. Это безумие! Ты полукровка. А таким небезопасно в этом мире. Все, к чему ты готовился, ждет тебя впереди. Держитесь. Перси Джексон, твоему отцу нужна помощь. Жезл молний был украден. Если ты не вернешь его обратно, начнется война. Вот. Твое задание. Знаю, это звучит устрашающе. Но ты будешь не один. На задания всегда идут втроем. Полубоги воспринимают реальность иначе. Мы выясним, в чем твой конек. Мне попробовать еще раз? Нет. Нет! Мне здесь не место. Ты так и не понял свое предназначение. Боги отправили нас на это задание. Думал, это будет легко? Полубоги, добро пожаловать. Мам, я тебя не оставлю! Персей, мужайся. Эта буря пройдет. Может, меч и не нужен? Нет, все-таки нужен. Перси Джексон и олимпийцы. Смотрите в декабре на Lost Film TV.